Сейчас мы нарисуем с вами розу, бокал и фон. Для того, чтобы нарисовать розу, я взяла розовый цвет и белый и смешала, чтобы получился нежно-нежно-нежно-розовый цвет. Сейчас этим нежно-розовым цветом я наношу на ткань. Рисунок прилагается. Вы перенесите этот рисунок через копирку на ткань. Тот, кто может нарисовать это без копирки, пожалуйста, просто от руки нарисуйте розу, бокал. Если вам трудно от руки нарисовать, то через копирку закрепите салфетку на пальцах или на рамке, или, как это делаю я, на клее перманентном. Я беру доску, наношу перманентный клей, затем закрепляю салфетку. И после того, как заканчиваю рисовать, я подожду, когда высохнут краски, потому что нельзя снимать, когда сырая краска. Салфетка может слипнуться, и все превратится в одно большое пятно. И затем надо, когда все высохнет, прогладить. И через 72 часа, как рекомендуют производители красок, можно вручную выстирать. Стирка должна быть очень деликатной. Так, сейчас я беру белый цвет и желтый. Белый и желтый смешиваю. Почему я добавляю белый цвет? Потому что, когда мы рисуем на ткани, мы всегда идем от более светлых тонов к более темным. Поэтому первое, что наносим, это более светлые тона. Так. Достаточно нечетко видно рисунок, который я переводила. Судя по форме бокала, это какая-то коньячная рюмочка. Хотя я не знаю точно. Но сюжет очень простой. Как нарисовать стекло и как нарисовать розу. Успех рисунка определяется тем, что надо сначала нарисовать, перевести рисунок очень правильно, не забывая никаких линий, которые есть на самом рисунке. Когда вы переведете, посмотрите еще раз внимательно, все ли отражено, ничего не забыто. Если вдруг какие-то линии оказались забытыми, то вы их наметьте еще раз. Нижняя часть бокала заполняется этой светло-желтой краской. И затем более темные оттенки попозже будут нанесены. Вот здесь в этом месте есть
Посмотрите на рисунок, который вы перевели. Есть рефлекс от розы. То есть, закрашивая нижнюю часть бокала, для себя оставьте так, чтобы вы видели, где этот рефлекс. Не закрашивайте его полностью. Потом мы розовым цветом нарисуем. И сейчас нежно-зеленым цветом намечаем, где лежит роза. Она идет за бокалом. Она проходит за бокалом и уходит. И есть листья. Закрашивая светло-зеленым цветом, тоже старайтесь сохранить так, чтобы было видно те линии, которые есть на листьях розы, потому что одна часть будет более светлая, другая более темная. Здесь есть еще ножка. Сейчас мы ее нарисуем. Я рисую ножку голубым цветом. И окружность. И сейчас я беру цвет, который называется лагуна. Это красивый зеленый цвет. И беру широкую кисточку, потому что именно этот цвет у нас будет как фон. Если, как сказать, если хотите, можете сделать синий цвет. Хотите, можете сделать голубой цвет. То есть любые оттенки голубовато-зеленоватых будет хорошо смотреться. Будьте аккуратны, чтобы краска не залезла на желтый цвет, на зеленый цвет. И заполняем все пространство этой краской. Хочу обратить ваше внимание, что внутри этого бокала цвет тоже будет такой же, потому что бокал прозрачный. Так, вот здесь желтый цвет я не дорисовала. Сейчас возьму желтый цвет. И тоже рисую, потому что этот цвет напитка. Мне вот сделали замечание, что я называю названия напитков, которые в новогодних бокалах налиты, что это название производителя определенного спиртных напитков, поэтому я буду, давайте называть вот лимонный сок.
пусть он будет лимонный сок. Лимон – это фрукт цитрусовый. Надеюсь, что никто не будет делать мне замечания, что это реклама какого-то напитка. Да. Сейчас с каждым словом надо быть осторожным. Реклама, не реклама. Здесь я потом проведу... Я беру белый цвет, потом белый цвет. И провожу линию. То есть она бело-желтая линия, чтобы видно было. Но блики потом. Блики потом уже мы сделаем. Вот здесь они будут. Здесь. Так. И также беру голубой цвет и закрашиваю ножку бокала с напитком. И наношу немного на внизу, на этот круг. Но поскольку все это стекло прозрачное, то этот голубой цвет, он потом будет... Раз он прозрачный, значит, будет видно то, на чем стоит. А стоит он на бирюзово-зеленом цвете. Значит, этот цвет тоже будет проглядывать. Так вот, четче обведу границы стеклянного стакана, бокала. Так, и все. И закрашиваем все пространство тем цветом, который вы выбрали. И теперь берем красный цвет и по линии, которую мы проводили, от схемы делаем, скажем так, такие вот ярко-розовые или ярко-красные, делаем такие вот следы. Это роза, скажем так, декоративная, выращенная, скрещенная, поэтому она имеет неоднородный цвет, а она имеет... Скажем так, только на кончиках. На кончиках лепестков она имеет яркий цвет. А дальше это все переходит в более такой светло-розовый или в белый цвет. Так, чтобы ярче было видно, я сейчас обвожу. Так, ага, вот здесь она проходит. И отсюда уже, сейчас я закрашу то, что нам не надо. Я решила сделать не розовым цветом, а красным, что розовый цвет совсем потерялся. И сейчас красным цветом поверх того, что было розовым, я просто делаю красным. Точно так же, как наносили розовый цвет.
Оно у нас будет не вся одинакового цвета, а некоторые моменты более яркие. А некоторые более бледные. Ну вот, пока с розой все, наверное. И теперь стебелек розы будем. Это я приготовила цвета для того, чтобы рисовать рюмочку. Желтый, темно-коричневый, черный и золотой цвет. Но прежде чем это сделать, возьмите белый цвет и салфеточку. Я взяла салфеточку, белый цвет, чтобы не густая краска была. И смотрите, что надо сделать. Так, сейчас я поближе поднесу. Попромакивать. Чтобы дать ощущение, что это стекло. Там, где голубой цвет, наносите, скажем, и где ножка у рюмочки. Где у рюмочки ножка. Сейчас тонкой кисточкой, белым цветом. Давайте отметим там, где у нас по схеме есть круги, вверху верхний круг, нижний круг. И сам силуэт. И с правой стороны вверху мы делаем больше белого, а с левой стороны я беру черную краску, смешиваю ее с белой, чтобы получить серый цвет. И в левом углу этим серым цветом заполняю. Также серым цветом, ой, извините, не серым, а черным, там, где проходит край ножки. Я надеюсь, что видно. И здесь тоже давайте подчеркнем либо темно-коричневым, либо темно-серым цветом. Так, и на самой ножке можно сделать тоже круги, чтобы это напоминало блики.
Так, у меня краска закончилась. Сейчас. Давайте нанесем белый цвет. Возле белого темно-серый. И сейчас я беру белый перламутровый. Я надеюсь, видно, он практически прозрачный, он не дает цвет. Для чего я его тогда взяла? Чтобы провести там, где мы делали блики. Может быть, сейчас и не видно, но когда будет падать свет, солнышко, эти блики будут блестеть. Перламутровым белым цветом, который по своей природе полупрозрачный, я наношу на стекло блики. Можно подождать, когда подсохнет, тогда нанести. Потому что на мокром оно может просто исчезнуть. У нас осталась роза, стебелек розы. Мы давайте возьмем светло-зеленый и темный цвет. Свет падает с той стороны, значит, здесь у нас будет темный цвет. Я взяла темную красочку. И делаю падающий свет. Можно взять темно-синюю краску, можно взять темно-фиолетовую краску. Ну вот я попробую сейчас темно-фиолетовый. Сделать тень. Здесь вот на всем протяжении этой розочки тень падает сюда, в эту сторону. И от этой рюмочки тоже тень падает снизу вправо. Внизу и уходит вправо. Розы есть тень. Вот где сам бутончик розы, здесь тоже делаем тень, чтобы она у нас не висела в воздухе. Извиняюсь. Запах красок. Есть краски, которые вообще ничем не пахнут. Есть краски, у которых достаточно сильный запах. Все зависит от производителя. Растушуем. Вы знаете, у меня вот осталась еще белая перламутровая краска, и пока она не высохла, я сразу же сделаю вот что. Вот где роза, я еще здесь нанесу белым цветом перламутровым полосочки, чтобы роза была у нас тоже перламутровой.
Если у вас нет белой перламутровой краски, не страшно, значит ничего не надо наносить. А если есть, то можно сделать это. Так, и значит у нас зеленая краска. Я беру светлую краску. Ближе к розе пространство заполняем светло-светло-зеленой. Вот у меня здесь лимонная краска, которая смешанная с зеленым цветом. Пусть стебелек будет такой свежий, светлая зелень. И верх розы тоже светло-зеленый. Свет падает сюда наверх. Идет светло-зеленый. Здесь у нас есть листочек. Давайте его тоже светло-зеленым закрасим. И нижнюю сторону темно-зеленым. Сейчас нанесем темно-зеленый. Так, у нас здесь еще листочек заходит как бы с той стороны бокальчика стеклянного, поэтому можно разбавленным зеленым цветом, я добавила воды побольше, делать как бы намек на то, что там есть листочек зеленый. Пусть он не везде будет просматриваться, но кое-где пусть он просвечивается. Не ярко зеленый взять, а с водой разбавленный, чтобы просто получился намек на то, что где-то там есть зеленый листок. Его почти не видно. Чтобы сквозь эту зелень просматривался цвет напитка. Этот желто-коричневый цвет пусть просматривается. И пусть также просвечивается и листок. То есть надо сделать так, чтобы зеленый цвет стал как бы прозрачным. Так, хорошо. И темно-зеленой краской низ. Низ стебелька темно-зеленой краской. Так. И здесь тоже темно-зеленая краска.
наверное, давайте тень, которая у нас ложится, тень, растушуем побольше, потому что она какой-то кучкой. Да. Ну, в общем-то, все почти мы закончили. Может быть, золотой цвет нанести зеленый. Ой, извините, зеленый. А золотой глиттер нанести, чтобы вот цвет золотой. Ну, чтобы салфетка смотрелась более красочно, более ярко. Интересно, в некоторые места я нанесу блеск. Блеск всегда дает ощущение, скажем так, праздничности, что эта салфетка не просто так, а она пусть радует глаз. И, возможно, больше перламутровой краски надо нанести на розу. Сейчас я посмотрю, но поближе покажу.